Что новенького пишут? А что тебя интересует? А что там есть? Ну вот, пожалуйста, выбирай. Что делать, если его мама младше его? Как совратить гаишника? Что приготовить, когда гости ушли есть в ресторан? Оргазм длиною в жизнь? 28 способов обратить на себя внимание. Давай 28 способов. Тебе какой? Ну, 13-й. Так, пожалуйста. Разбей его ноутбуком, стекло его новенькой иномарки. Что, правда? Ой, это я не туда посмотрела. Это 14 способов самоубийства. Глупость какая-то. Да, конечно, глупость. Если ты мужику не нравишься, тебе никакое платье от Версаче не поможет. А если нравишься, то нравишься и без платья. Точно. Вот вчера парень мне так и сказал. Как? Ты, говорит, нравишься мне без платья. Здравствуйте, коллеги. Галина Сергеевна, тут вам какой-то факс пришел. ₽500 000? Нам или с нас? Судя по интонации, все-таки с нас. Вот, было же сегодня дурное предзнаменование. Какое? Землетрясение в Уругвае. Или, может, факс был предзнаменованием землетрясения? Здрасте, Иван Сергеевич. К вам там факс пришел. 500 000 требует. Какой еще факс? Не знаю, только, кажется, у Галины Сергеевны инфаркт. Это что, нужно же скорую скинуть? Тихо, спокойно. Пропуск предъявляем, потом бежим спасать Галину Сергеевну. Черт, бессердечный. На! Великое милосердие поражает жестокость. Лады. Господи, где ты только всего этого набрался? А вот, в журнале «Вечерний десант». В каком разделе? В разделе «Разные». Господа, у нас катастрофа. И вам доброе утро. Почему и мне? Ну, я думал, что, господа, у нас катастрофа, это вы так здороваетесь. Нет, Эдик. Просто я не виноват, что каждое утро у нас что-нибудь случается. В частности, сегодня. Пришел огромный штраф, который мы должны погасить в течение 3 дней. Это я виновата, я. Успокойтесь, Галина Сергеевна, вы здесь совершенно ни при чем. Просто изменилось законодательство. Мы не учли некоторые платежи, которые накопились за 5 лет. А сколько? Сколько? Какая сумма? Сумма очень большая. 500 000 рублей. Нифигалики себе. О, на метро оставляю. Итого осталось 499 978. Уже легче. Иван Сергеевич, там к вам этот пришел. Кто? Ну, этот. С пером. В спине? Чему в спине? Нет, ну этот. Апачи! Только мне еще апачи не хватало. Господи, когда кончатся эти мучения? Да не беспокойтесь, Иван Сергеевич, осталось-то всего ничего, лет 20-25, а на том свете потом. Ой, как хорошо, мобильники не звонят, факсы не работают, никто вас не беспокоит, all inclusive, все бесплатно, будете сидеть на облаке и кроссворды решать. Да-да, вот тебе там кроссворды не придется разгадывать. Да почему? Я в свое время тоже там буду кроссворды решать. Сидя на раскаленной сковородке. О, Винниту, сын Инчучуна. Владик, это кто? Так я же и говорю, пришел и сел. А что ему надо? А черт его разберет. Молчит. Вы кого ищете?
Чего ему от меня нужно? А вы вспомните, Иван Сергеевич, как весело вы с ребятами выжигали их резервации в Южной Каролине. Вот пришло время расплаты. Вы из какого племени будете, товарищ? Пау-вау. Ну что, Наташенька, что он там делает? Ничего, сидит у дверей и молчит. Черт. Владик, зайди ко мне на минутку. Он на всех клиентов распугает своим видом. Может, на него наш логотип повесить? Пусть хоть рекламой поработает. Наташа. Товарищ директор, по-вашему, прихватит! Владик, скажи мне, ты охранник или одно название? Я охранник, в кармане пряник, в другом 5 конфет, в кобуре пистолет. Достаточно. Раз у тебя пистолет, у меня к тебе просьба. Выстави этого аборигена за дверь. О, есть, выставить аборигена за дверь. А где та птица, что меня не боится? Идет боец птички. Только бы не вместе с дверью. Так, помещение очищаем. Товарищ беженец. Так, ладно, давай, вали в свой фигвам по месту прописки. Ну, давай, давай. Ах так, да я тебя под трибунал. Да я тебя... Ой, мамочка. Ичуншни-йо. Не делай этого. Древнеиндийское выражение, которое произносится в тех случаях, когда одному индейцу не нравится намерение другого индейца. Другие варианты перевода. Не лезь, отвали, убери грабли. Спокойно, Владик. Спокойно. Товарищ терминатор, настоятельно прошу, вали назад в будущее. Так и нунпа, и ямни, и топа, и шакпе, и шакковина. Так и нунпа, и ямни, и то, и что у нас. Любочка, и шакпе, и Любочка, это что, субботняя молитва о 13-й зарплате? Подождите, это я учу индейский язык. Зачем? Господи, ну кто-то должен помочь бедному индейцу хотя бы выяснить, что ему надо. А, ну... И, кстати, что вы выучили? Послушайте, как красиво. Инкупелла, мы идем домой. Айкупелла, вы идете домой. Иакуэлла, ты идешь домой. Уакуэлла, я иду домой. Любочка, а не могли бы вы начать обучение с фразы «Я иду на работу». Что это был за крик? Господи, судя по тембру, это Владик. Судя по громкости, это сирена химической тревоги. А что же делать? Иван Сергеевич, если первое, то надо идти спасать Владика. Если второе, то надо намочить полотенце и бежать в бомбоубежище. Ну-ка. Акшила лила васса, как инхеча. Нажина кичита. Вожте. Хакшила лила уаса ка кинхеча. Нажин акичита. Вожте. Тебе повезло, вождь. У тебя хороший солдат. Смелый. Индийский военный фольклор. Точная цитата из старинного индийского мифа о храбром воине, сожженном заживо. Чего? Хвалит его. Его. Таку. О, и ничья пи уо. Татока. Татока. Чего? Зовут его Татока. Татока. Таку чаячин уоу Татока. Уинчинчала чекала кин оуле.
Ничинку. А, вот оно что. Дочь чего? Потерялась. Маленькая дочь. Вот. А спроси, где? Токахан. О. Супермаркет. Он приехал к нам в Россию по путевке с маленькой дочкой. Хитон Чикала. Ее зовут Непослушная Лань. Вот, она потерялась. Супермаркет. В большом магазине. Он просит, чтобы мы напечатали объявление и расклеили с ее фотографией. Причем тут мы? Пусть идет в милицию, пишет это заявление. Ну не хочет человек в милицию. Боится людей в форме. Странно, почему? Наверное, от призыва уклоняется. От какого призыва? Куда? В индейскую армию, на борьбу с бледнолицами. Ты угадал. Короче, надо бы помочь человеку. Любочка, ты понимаешь, что нам некогда заниматься пропавшими индейскими девочками? На нас висит штраф 500 000 рублей. 500 000 ты себе отдаешь отчет, что это за деньги? Иван Сергеевич, прошу вас, не говорите это слово 500 000, а то у меня будет инфаркт. Как я должен говорить, Галина Сергеевна? Ну, говорите 500 000, ну, все-таки это как-то поменьше. Пожалуйста, Иван Сергеевич, ну, Сашка ведь это объявление за полчаса сделает. Мы его на ксероксе размножим. Нельзя же так человека просто прогонять. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Саша, значит, сделаешь ему объявление, и чтобы пера его тут больше не было. Браво! Понаехали тут всякие. Шича чанзека мака. Шича чанзека мака. Грязный, злобный скунс. Сакральное ругательство индейских племен Юго-Востока Северной Америки. Выражение крайней степени презрения. Другие варианты перевода по цензурным соображениям могут употребляться в эфире только после 2 часов ночи. Что он сказал? Он благодарит вас за мудрое решение. А, ну да. Киргуду! Бомбарбио! А прикольный этот Чингачгук, скажи. О, а вот и наш вождь Костокожек. Долго жить будете, товарищ индейец? Таку. Я говорю, много еще восходов бога Ра увидят твои глаза, отважный койот. Что это? Жан-Жан. Это нельзя. У нас вот на рабочем месте не пьют. Ноу саран. Вачин мне пинга. А сейчас придет Иван Сергеевич. Иван Сергеевич придет. Топ-топ-топ, да, шеф, ао, чиф. И снимет наш скальп оф. Оф. Чиф? Ну, допустим. И что? А, ну тогда, конечно, другое дело. А, открывайте, товарищ индеец. Не ось не то на лесе. Че он говорит? Спрашивают, пиво свежее? А, свежее, свежее, пейте смело. Анпету такахи, анпету нунпа, анпету ямни, анпету топа, анпету заптан. О, Уанка! Ага, видишь, у них суббота тоже выходной. Ребята, вы что, обалдели? Хоть бы бутылки пивные спрятали. Хау-кола. Он говорит, это кока-кола. Кока-кола. Это не так. Хау-кола – здравствуй, друг. Выражение, означающее приветствие. Особенность данного фразеологического оборота – тонкий оттенок нежности. Другие варианты перевода – здравствуй, мой зайчик, моя птичка, моя рыбка. Хау. Мальчики, сейчас Иван увидит и башку оторвет. Ничего-ничего. Товарищ Чингачгук обещал нам поддержку с воздуха боевыми бумерангами. Да? Не такую осень. Чего? Он сказал, что ты его родственник. А, верно, брат. У меня бабушка индейка. И где она живет? Жила. Ее съели в День Благодарения. Янки! Ну,
За интернационализм? Так, что это? Ну как я смогла так ошибиться? 500 тысяч штрафа рублей. Нам жизни не заплатить. Ну, тихо, тихо, ты тут ни при чем. Ты же не виновата, что ввели новые правила. Ты о них не знала. Все. Что? Ой, что такое? Ну, схватила так. Господи. Где? Что у тебя тут? Где твои лекарства? Как бежу-то? Отпустила. Как это вам так сразу? Раз. И отпустила. Просто на тебя со священной горы снизошел дух валидола. Что это вы себе позволяете? Бродите тут как хозяин, делаете, что хотите. А тут, между прочим, серьезные люди работают. Галина Сергеевна вам не скажет, а я скажу. Вы мне мешаете. У меня серьезные дела. И я вам не девочка какая-нибудь. Я знаю, что такое аудит, что такое консалтинг. И, между прочим, я владею основами логистики, в конце концов. От меня три мужа ушли. А я не железная. Я тоже красивой жизни хочу. Я уже не девочка. Я, может, последние гроши из зарплаты этой нищенской на салон красоты трачу. А мне детей хочется. А где их возьму, когда мужа нет? Хачатуэлла. 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 Хорошо. В данном контексте слово «хорошо» не является формой одобрения, а скорее соответствует глаголу «успокойся». Другие варианты перевода – «не надо плакать», «все будет хорошо», «не бойся, я с тобой». Понимаете, товарищ индейец, чтобы сделать это объявление, нам нужна фотография вашей дочери. Фото. А птичка? Understand? Йоу, как он это делает? Да ничего особенного. Сейчас можно в интернете такие программы скачать. Ой, черт! Господи, клянусь, больше ни капли в рот не возьму. Так, а почему это мы курим на рабочем месте? Я вижу, тут есть люди поглавнее меня. Наташа, объясните мне, что тут происходит? Мы возносим коллективную молитву священным богам, чтобы его дочь нашлась. Сядьте и сидите тихо. Листовая рысь, совершай обряд племени Пау-Вау над косым тигром. Слушаюсь, белая волчица. Где священная мазня? У телефона. Вот. Может, не надо? Как не надо? Вы что, раз не за Спартак болеете? А что он поет? Прерия, да прерия кругом, подалек лежит. Миниканье в ажупе, таукованье в ажупе, ау. А почему он так кричит? Ау. А он обращается к Богу, главному по пропавшим девочкам. А, ну это я понял. А кричать-то зачем? А Бог старый, немножко глуховат. Ой, смотрите! Нашлась! Ах!
Похоже, Макаренко на индейском языке еще не издали. Это на тебе встал и пошел. Нет, про деньги-то я уж и так молчу. Но хоть бы спасибо сказал. Галина Сергеевна, возьмите. Алло? Да, я слушаю. Да что, правда? Ой, вы нас так обрадовали, спасибо. До свидания. Звонили из инспекции, сказали, что штраф был выписан ошибочно и что мы не должны ничего платить. И даже извинились. Стойте. Уа, Чичияка. Уачин. Хай нету ваште. Хан. Унку белло. Хиун и чианте масичи. Чни ешь нее. Хан. Эй, ваунг телло. Наташа, дайте-ка мне. Аке. О-о-о. Аке. О, приходи снова. Выражение доброжелательного отношения, сложившегося в результате лирической сцены между мужчиной и женщиной разных племен. Очень трогательно. Открывает двери в 10 утра. Мое рекламное агентство открывает двери в 10 утра. Я выпиваю чашку кофе под веселый мотив. Там, где кончается реальность и рождается миф. Там моя работа, я всех вас приглашаю туда. Туда, где истинная свежесть альпийских лугов, где корм для кошек и защита для зубов. Где нам с тобой засохнуть не дадут никогда. Давай, уел, уел, уел. Давай уел, уел, уел. Давай уедем туда навсегда. Приходит мой начальник и зовет меня к себе в кабинет. Всегда приходит ровно в 10 и зовет меня к себе в кабинет. Ну как там маркетинг? Отлично, босс. Мы повысили рейтинг, хотя